Всероссийский полумарафон «Забег» в этом году впервые прошел в Ставрополе. В нем приняли участие более 1000 человек, которые с раннего утра собрались на Александровской площади. Любители бега могли выбрать комфортную для себя дистанцию – в 1, 5, 10 и 21 километр. География участников мероприятия была очень обширна. В краевой столице собрались спортсмены из 50 городов. Например, победитель забега на дистанции 5 километров Сергей приехал из Кисловодска. Я вообще не планировал сюда ехать. Как-то все экспромтом получилось, я вам говорю. Время появилось. И я почему решил не воспользоваться этим моментом, провести для хорошей пользы для себя и для здоровья. Тем более на таком хорошем празднике бега. В этом году отличительной особенностью забега стал синхронный старт в 85 городах России. Участники Ставропольского полумарафона начали свой забег в самом сердце города. Маршрут бегунов проходил по центральным улицам. Карла Маркса, Дзержинского и проспекту Октябрьской революции. Вместе со взрослыми спортсменами дистанции в 500 и 1000 метров преодолевали и совсем юные участники мероприятия. Также в забеге поучаствовали представители власти, депутаты и глава города Ставрополя Иван Ульянченко. Я надеюсь, что город Ставрополь теперь станет активным участником вот этой акции, которая называется «Забег». А всех жителей города Ставрополя я вот километр пробежал и вывод для себя сделал, что да, надо, хоть несмотря на загруженность, надо искать время, уделять своему здоровью и хоть немножечко заниматься бегом. Я выбрал сегодня маленькую дистанцию. Самое главное было для меня сегодня участие в этом забеге. И ну, для себя, конечно, буду ставить цель повышать свой уровень. Но сегодня как бы вот так. Бежал легко. Прибежал на свой уровень, поэтому доволен сегодня. По итогам мероприятия каждый участник забега получил памятную футболку и приз от спонсоров за участие. Ну а победители и призеры соревнований были награждены медалями и почетными грамотами. Никита Лукьянченко, Максим Квитковский, АТВ Ставрополь.